Здравствуйте! Недавно я нашла в интернете очень интересное и несложное выполнение дизайна ногтей. Для создания такого дизайна нам потребуются темных цветов лаки или гель-лаки, белая акриловая краска для нейл-арта и различные лаки с блестками. В качестве основного цвета лучше всего всегда использовать какой-нибудь темный цвет и покрытием все ногти. Если вы будете использовать гель-лак, то вам необходимо перекрыть им все ногти по технологии и снять в конце липкость с верхнего покрытия. В случае, если вы выбрали лак, также нанесите его по технологии база цвет в один или два слоя, и можно уже приступать к нанесению рисунка. Рисунок мы будем наносить тонкой кистью и белой акриловой краской для нейл-дизайна. Так как это будет авангардный рисунок, я думаю, всем будет достаточно легко с ним справиться. Нарисуйте хаотично фигуры. Это могут быть круги, полукруги и различные петли. Старайтесь, чтобы фигуры были расположены как можно ближе друг к другу и между ними было как можно меньше промежутков. Затем необходимо раскрасить все промежутки той же белой краской, а на других ногтях можно выполнить узор не на всем ногте, а на выбранном участке. Дополнить такой дизайн вы можете также капельками лаков других цветов, либо блесток. И в конце обязательно закрепите рисунок верхним лаковым покрытием. Попробуйте различные варианты такого дизайна. Он смотрится очень эффектно, а выполнить, как я уже сказала, его достаточно просто. Всем большое спасибо за внимание. Все интересующие вас вопросы оставляйте, пожалуйста, под видео. И до новых встреч!